Дорогие коллеги, в этом году, 25-26 октября, компания Мегастом проводит свой юбилейный 15-й международный симпозиум имплантология. Безусловно, идея проведения собственного научного мероприятия, симпозиума, конференции витала в воздухе уже довольно давно у нас. И даже в конце 90-х годов у руководства компании было много идей и желания по обмену опытом, безусловно, по обучению. И вот в начале нулевых годов, то есть уже порядка 20 лет, как мы работаем с компанией Бега, эта идея, эти мысли получили новый мощный импульс и окончательное воплощение. Поэтому мы каждый год с гордостью проводим симпозиумы и смеем думать, что проводим их на достаточно хорошем, стабильном уровне. И люди, которых мы приглашаем, спикеры, также представляют слушателям множество новой информации. Мне лично запомнилось несколько ряд симпозиумов, которые, конечно же, для себя я в первую очередь выделил по причине участия в них спикеров, врачей, профессоров, которые своим опытом, своими знаниями и используемыми технологиями постоянно двигали, двигают, я думаю, надеюсь, еще долгие годы будут двигать нас вперед. Это, безусловно, такие симпозиумы, как 2007 год, когда приезжал Карло Тинти. Это и замечательный доктор Андреас Валентин. В 2013 году приезжал Герхард Иглхаут. В 2016 году в Сочи, когда у нас выступал Константин Ронкин. Да и многие другие примеры, конечно же, как особенно запомнившиеся нам симпозиумы. Хотелось бы отметить, что важной вещью, отличающей нас симпозиум от многих других, является то, что мы не только приглашаем каких-то известных специалистов из-за границы, но также даем слово нашим многочисленным коллегам и партнерам по всей России. Выступают всегда сотрудники наших клиник. И лекции, доклады этих людей особенно ценны тем, что мы делимся не только успехами, но и осложнениями и неудачами. А это, на мой взгляд, является наиболее ценными знаниями, которые может получить врач. Дорогие друзья, я с большим удовольствием приглашаю вас на наш юбилейный 15-й симпозиум Мегастом Implantology 2019 25-26 октября в Москва-Сити. Обязательно приходите, будет очень интересно.